Всем привет! 17 июля 2019 года. И было принято такое резкое решение. Месяц нам на переезд. 15 июля нас уже здесь не будет. Сегодня 17 июня. Думаю, примерно во второй половине июля мы уже переедем. Итак, первый заезд на наш дом. Перевозим первые вещи. Поехали. Мы как колонисты на своем караване с кучей вещей заезжаем в новый старый древний город Полоцк и едем на свою базу. Да, первый наш переход, первый рейс нашего каравана. Обсудить, скорректировать по месту план. Начало. Смотрите, не переключайтесь, все увидите, как у нас вышло. День номер два, 18 июня. И мы выходим на вторую ходочку вещей. Поехали. Так, сегодня 20 уже июня. Сильно мы не торопимся принимать решительных действий. Все готово. Городим перегородку. До переезда уже осталось совсем мало дней. Сколько? 15 и 10. Ну, нормально, еще 25. 25 дней. Париться не о чем. Продолжаем. 20 июня городим перегородку. Это ты уже говорил. Ну что? Цифры ты же сказал какие-то надо тебе. Какие цифры? А в этой коробочке, Миша, печка, газовый котел, который будет греть и давать нам теплую воду, чтобы мыться. И тепло зимой. Это печка такая, очень сильная печка на газу. Мы провели газ, а теперь в этой комнате маленькой, в которой ты закрываешься. Так, котел. Вот такой вот. Это, я так понимаю, чтобы его закрепить. Газовый отопительный котел. На седьмой день я решил барыжить солнечным электричеством. Так, посмотрим, какие он характеристики сейчас нашей станции. Не лучшее на нашей станции. Максимально, ну тогда просяет сила тока. Короче, вот так и делаем. Тебе нужно и батареи. Так, что, смотри, самое главное, что может наш источник? Вот что он может. Бесплатно от солнца зажечь светодиод. Как тебе? Это от солнца он горит. Это... Попытаемся зашить эту стену и сделать все розетки до вечера, за один день. Вот такая вот стена, и так она выглядит. Обратите внимание на электрику, все в отдельных металлических закрепленных каналах. Проведи электрику взглядом. Ну все, приступаем к работе. июня информационное видео. Итак, от пола начинается план. Потолка. От потолка палка для крепления ровно 50 сантиметров, и она 15 до 64, от 49, короче, до 64 в этом месте, от 50 до 65 палка крепления шкафчика, откуда она идет снизу. Снизу ее середина будет выпадать низ, самый низ 2 метра, конец 2,14. Ну и тут, соответственно, пока что от этого пола. 2 метра, ну, 1,99 м, 2,13 м. Палка крепления, кабель, проводка кабеля. От потолка кабель 22 метра. 24 сантиметра. 22-24 сантиметра. 22-24. 27 июня. И, короче, делаю анбоксинг. Первый раз проверяю такой вот крепеж. Такой вот крепеж для гипсокартона. Называется дюбель для пенобетона. Ну что ж, давайте протестируем его вместе с вами. Уберем 8 сантиметров. Что делаем? Забиваем просто.
выпустить, верно? Прикольно. И пока я поражен, смотрим дальше. Так, все заподлицо. Раз, два, три. И самый. И теперь крепим доску. Вот на такие гвозди. Шестерочки. Видно? Угу. Вот так. Они туда будут ходить через доску. Вот, смотрите. Засовываю в доску. Сука. Сука один какой-то. И тут сука. И вот эти. Вроде. Снимаешь? Угу. А, ты снимаешь. Ну. Я думаю, в любом случае крепче, чем обычными дюбель-гвоздями. Так, информационное видео. Быстренько. Первый пролет до дерева 51. От потолка второй 51. Третий 51. Четвертый 51. Все по 14 сантиметров. Обратим внимание на вот эту проводку. Под палкой от потолка идет 65-70. 65-70 от угла 49. 49 от палки 30. И поднимается вверх, вверху 20-23. Все. июня, чуть больше 2 недель до переезда осталось, и это наша вода и канализация. Будем делать. Сегодня приедет бригада, будем переходить к активным действиям. Вот в этом должны 20 кольца говнища нафигачить. Нельзя такое слово. Канализация. Пошли и покажешь это для теплого пола, что купили. На скамеечку сядь. Аккуратно, не разбей только стекло. Ну, это мы разберем. Снимем. Итальянский. Закручиваем. И откручиваем. И ротаметры. Все будет видно. Ничего не видно из-за твоих. Дим, я же снимаю. Вот, вот такой вот итальянский. Одну заглушку, мы поставим заглушку. Все, стенка зашита, раскрыт коробка, и наконец-то сенсорные выключатели. Вот они. Вот они. Пойдем пройдем в другую комнату. Все это надо еще подключить. Как-то соединить с телефоном, с интернетом. Вот такой вот свет. А выключим теперь в том же порядке. И сейчас ко мне должны подъехать копачи, чтобы копать колодец. Вот я уже подъезжаю к участку. Свернул на наш переулок. И я еще должен успеть на работу. А эти копачи, походу, задерживаются. Такие вот дела. Вот, подъезжаю уже к дому. Вот мой дом. Кольца здесь лежат. Все, ждем копачей.
обзавелись колодцем, правда, на 4 кольца. Дело в том, что плывун, глина и сдавило кольца, они просто не пошли вниз. Там метр копаешь под кольцами, а кольца не идут. Вот, то есть, да, сегодня такой колодец. Много колец еще осталось на канализацию. Выкопаем еще огромную канализацию, так что... Как-то так. 2 кольца воды у нас получится. Ну что, сейчас испытаем наш новый насос. Ручеек. Выкачаем первый раз эту воду. И посмотрим. Промоем колодец весь. Вот так вот. 2 кольца воды. Посмотрите, здесь 4 кольца. Высокий уровень воды. Где еще один делся? Так, один раз выключили, выкачиваем, второй раз. Вот, нальем какую-то бутылку. Ну, не кристальная, она пока что чистая, но дождь прошел, мутноватая. Мутноватая. 3 июля, День независимости, решил сделать домик. Как я его буду делать? Пока что не знаю, но собрал, что у нас есть. Есть у нас рейки, доски трогать особо не будем, чуть-чуть. Рейки есть, есть USB-плита и есть немножко мягкой черепицы. То есть берем, обвязываем квадрат, зашиваем досками, ставим домик, зашиваем досками, прибиваем USB и покрываем его такой же кровли, как у нас на потолке. Делаем дверь на завесу. На крыше. Все. Приступаем. Ну, вот такая конструкция. Прикрепили на анкерай, на уголки к колодцу саму эту конструкцию, но она будет держаться за счет этих досок. Дальше вот такие доски, что вот отсюда никто не залез. Через эти дырки. Вот отсюда. Ну и потом ставим домик, обычные двери. Продолжаем делать. Сделали вот домик, как я и говорил. Это обошьем доской. Вот здесь зашьем USB. Здесь еще сделаем дверь где-то 50-50 сантиметров, чтобы вот так вот открывать. Вот и весь колодец. Продолжаем делать. Подержи. 150. 5. Да ладно, что это все. Рано снимать. Угу. Ну вот, сделали. Ну еще не совсем. Сейчас осталось замок и на трезвую голову поработать здесь двери. А вот это? Ну и зашить вот эти. Ладно, все, поехали. На с этой стороны лучше смотреть. Здесь еще не доработана дверь до конца. Не знаю, может потом обрезать, но может просто замкнуть. Так, короче, что я делаю? Сейчас решил с этим сложным узлом поработать и может заделать с Леной сегодня это соединение. То есть приклеим здесь, выведем все провод. Здесь будет выключатель. Кстати, вот Кириллов пояс. Отмечаю, пользуясь случаем, отметить Кириллов пояс. Можно дрель так повесить. Ха. Так, здесь будет выключатель. Здесь будет распределительная коробка. Отсюда надо вот оттуда запитаться водным проводом. И от водного провода пойдет на коробку плюс. Из коробки пойдет 2 сюда, 2 фазы. И от этих 2 фаз мы запитываем вот этот светильник. И еще один пускаем светильник тоненький, вот так, вот сюда. А на улицу? Я же говорю, на улицу, вот сюда пускаем, вот здесь дырка. Угу. Отсюда, с этой коробки. Вот сейчас давай кусочек маленький, тоненький. Так, сними крупным планом, как здесь мама. Вода. Вот так замазали. Мама. Так, вот здесь они в гофре, плотно лежат, в гофре сюда заходят и замазаны клеем. Каждый провод. Здесь тоже замазали угол соединения, запенили. Все, все провода замазаны. До туда еще не дошли.
Теперь клеим вот этот лист на клей. Начинаем. Тарились вещами. Вот так, в тесноте, да не в обиде. Потом покажу снаружи, как это все выглядит. Немножко приходится ехать, согнув голову. Коробки везде. И уже 11 число. Совсем мало осталось до переезда. Ладно, едем. Так, оно выглядит. Водоснабжение 60 литров в минуту, 4,5 ампера, максимальная высота 50 метров, давление 4 бар. Вот такая вот станция насосная у нас теперь будет качать воду с нашего колодца. Это дверь Йошкар Гарда Венге. А установим мы эту дверь вместо вот этой двери. Для начала демонтируем старую вот эту дверь. Это унитаз Керамин. Обычный такой вот унитаз Керамин. Так вот он доехал. Надеюсь. Не такой он как... О, а где это само подключение? Всем привет! С вами Дмитрий Добровольский. Настало наконец-то 14 июля 2019 года. Это воскресенье, выходной. 18-го мы должны сдать ключи от квартиры. Квартира наша оплачена до 18 числа. И сегодня попытаемся максимально уже перевести все вещи. И возможно сегодня мы уже заночуем первый раз в своем новом доме. Так, подготовили место, едем с деревни в Новополоцк в квартиру. Ну что ж, все вещи вывезены, малыш на полу. Сделаем быстренько обзор нашей старой квартиры. Вот здесь такая дверь была, входишь, здесь выключатель, на память такой обзор. Вот здесь коридор, коридор слева. У нас был зал. Ну, в зале еще осталось немного вещей. Здесь у нас был зал. Вот такой вот вид. Вот на этой стоянке мы обычно ставили. Здесь глобус, корона. Пойдем дальше. Вот это у нас была ванна. Что-то свет барахлит, не знаю. Нет, нормально. Ну, вот такая была у нас ванна. Мы здесь мылись. Ладно. Здесь что-то со светом. Здесь был туалет. Туалет такой. Так, по этому коридору слева была у нас кухня такая. Кухня. Все, здесь уже вещи последние пакуем. Была лоджия, застекленный балкон. Там тоже надо навести порядок. Вещи еще немного остались. Дальше мы шли, здесь у нас было две комнаты, либо пойти туда. Здесь Миша спал, здесь стоял его диван, детская его комната. И вот здесь была такая кладовая. И здесь мы спали. О, эхо какое, пустая комната. Здесь мы спали, здесь стоял телевизор. Вот такая последняя квартирка трехкомнатная, которую мы снимали. Здесь такой вид на Новополоцк. Сегодня 14 июля 2019 года. Свершился наш переезд. Мы почти что переехали. Ну, хозяйке ключи отдадим 18 числа. То есть еще заберем остатки вещей завтра. Остатки вещей. И наведем здесь порядок. Устраним кое-какие косяки, какие по нашей вине здесь произошли. В общем, вот так вот. Ладно, едем на наш новый дом.
Так, 14 июля. И вот мы переехали уже. Иди, Вова, сюда. Отдыхаем. Первая ночь, можно сказать. И думаю, на этом это видео закончится. И начнется новый цикл. Подписывайтесь. Следующее видео — это месяц в доме. Нам предстоит еще много чего сделать. Во-первых, мы не сделали канализацию. Не подключили насосную станцию. Что мы еще не сделали? Да ничего мы еще не сделали. Все предстоит сделать. Так что следующее видео, следующий месяц будет очень насыщенным. Тем более, что я иду в отпуск. Ладно, не будем затягивать без того очень длинное видео. Что ж, подписывайтесь на канал. Все, пока!